планы, не знаю, открыть свою студию, завоевать мир, только так. А диплом по концепту Чанг Вэйчена, это тайваньский художник, очень красивые работы. Мне очень понравился его концепт, и мне захотелось его воплотить в жизнь. Мы объединились и сделали игру про белок. И я решил, что мой дипломный проект, ну, тоже будет белки. Ну, только в одиночку, без концептов. Изначально, конечно, план был великий. Ну и вот, но потом получился просто ночной уровень с церковью. Я использовал 5 Unreal, там прикольные технологии освещения, которые позволяют, ну, достаточно при маленьких ресурсах выдавать достаточно высокую производительность. Я посоветовал с кураторами, говорят, в целом его можно будет использовать в каких-то дальнейших, то есть работа может выложить куда-то на продажу или что-то такое. Знаете, когда человек играет там в тех белок, я видел, как дети играли, им очень интересно было. Они очень были довольны. То есть, представьте, белки бегают, и им очень это весело было. И мне это понравилось. В планах, конечно же, стать не просто типа делать модельки, а хотел сделать бы большие локации и использовать движок. Я новую сцену всю создал. Заново и более такую веселую, более интересную и более сложную. Еще бы одну карту сделать, потому что я получил какие-то навыки, а первая от этой карты. Весь скрим и вся учеба в скриме — это супер круто, мне очень понравилось. И кураторы тоже очень крутые. Ты не приходишь на учебу, как там, в школу, где у тебя есть домашнее задание, где тебе надо просто сидеть и что-то делать. Ты приходишь сюда, как пообщаться с друзьями и приятно провести время. И это все сопутствуется работой, и поэтому время, проведенное здесь, мне запомнилось очень приятно.